Этот мужчина обнимается с девушкой и незаметно подливает ей что-то в напиток. Официантка, увидев это, решает помочь девушке. Она обливает мужчину водой и незаметно меняет стаканы местами. Мужчина вернулся из туалета и заметил подмену. Он отвлекает девушку, чтобы снова поменять стаканы. Девушка выпивает свой напиток, и она сразу же чувствует себя неважно. Мужчина уводит девушку в машину, чтобы сделать с ней свои грязные дела. Официантка выбегает на улицу и пытается их остановить. Но владелец ресторана останавливает девушку и объясняет ей, что этот парень – сын влиятельного человека. Девушка хочет вызвать полицию и показать записи с камер. Владелец ресторана говорит ей, что он все удалит. Девушка понимает, что владелец вместе с мужчиной заодно. Она подсыпала в стакан владельца снотворное, чтобы он не смог помешать ей помочь девушке. Девушка выбегает на улицу и протыкает колесо мужчине. В самое нужное время приходит полиция. Девушка показывает им флешку с записью с камер. Полицейские арестовывают мужчину.